Отступать нам больше некуда. Кольцо замкнулось. Я где-то очнулся на второй, на третий день. И решил двигаться. Найти партизанский лагерь уже подвиг. Но звание настоящего партизана надо заслужить. Немцы разрабатывают ракеты высотой в многоэтажный дом. Этих ракет хватит, чтобы уничтожить полконтинента. Наша задача – разведать немецкие укрепления и найти в них слабое место. Немцы окружили семьи с детьми. Вырабатывалось жестоко. И эта жестокость я пронес до конца войны. Мы не можем ничего сделать. Мы ничего не можем сделать. Партизан, видя это все, он уже сел как мог. А что это за жид у вас там такой? Бернштейн.